Нет предела совершенству ни в каком возрасте. На заводе Петровского реализуются программы по переквалификации и дополнительному образованию в рамках национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография». На вкладке «Поля сортировки» мы с вами убираем приход, убираем расход и оставляем только конечный остаток. Наше предприятие участвовало в нацпроекте «Демография». Сотрудники в количестве 23 человек успешно прошли и окончили данные курсы. Обучали мы их по направлению «Компьютерная грамотность». Работники предпенсионного возраста владеют колоссальным опытом, они нам очень дороги и ценны. Поэтому обучение было создано с той целью, чтобы их опыт адаптировать под ситуацию, которая сейчас сложилась на рынке труда. Чтобы удержаться на своих рабочих местах, нужно повышать свою квалификацию. Собственно, и каждый работник моего отдела изъявил желание узнать что-то новое, открыть новые для себя горизонты в рамках этого обучения. К сожалению, зачастую работодатели экономят средства именно на этой статье расходов. Данная программа позволяет сотрудникам нижегородских предприятий получить новые ключевые компетенции в сфере машиностроения, информационных технологий, управления персоналом. Обучение производится с применением самых современных эмуляторов, учебных тренажеров, программных продуктов, которые используются на предприятиях. На сегодняшний день вопросы повышения производительности труда являются наиболее острыми и актуальными для предприятий оборонно-промышленного комплекса, поскольку сегодня мы все понимаем необходимость выхода на рынок гражданской продукции, и сейчас для дальнейшего роста производительности труда и повышения своей конкурентоспособности необходимо прежде всего применение новых передовых методов хозяйствования. И участие в этом нацпроекте, а также связанные с ним программы, позволяющие нам обучить наш персонал, позволят нам в дальнейшем эти методы и применять.